Всем привет, добро пожаловать на канал. Сегодня получил вот такую вот посылочку, написано антенна. Сейчас мы ее откроем и посмотрим, что за антенна к нам приехала. Так, какие-то липучки. Сама антенна, все, пустой коробок. Нету ничего. Выкидываем. Так, вот она, антенка наша. Ничего так. Антенна. Как этот пакет распаковывается. Так, разъем у нас. SMA Female. Телескоп. Написано VHF 136-174 МГц. High gain антенна. Так, чтобы не мешало с ней. Так, телескоп. Выдвигается он довольно-таки легко. И длина ее что-то метр где-то. Если там внутри катушка, вроде бы видно, что есть. И какой-то конденсатор, наверное, или точка подключения. Судя по вот этой выпуклости. Сейчас проверим по прибору. Сейчас я подключу к канализатору. Выйду на улицу и погляжу, на какой частоте, как она работает. Так. Подключаем нашу антенну. И выходим на улицу проверять. Вот такие параметры на 145 МГц получились. То есть, подключая к канализатору антенну, выставляем 145 МГц. На середину любительского диапазона видим, что КСВ троечка, антенна где-то работает ниже. Где-то она работает на 135 МГц. Но для носимой радиостанции, я думаю, это не критично. Посмотрим, как она будет работать в реальных условиях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.